Ишимбаев не признает своей вины. В столичном уголовном суде сегодня прошло предварительное слушание по делу Бишимбаева. Он обвиняется в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью. На заседании стали известны жуткие факты смерти Салтанат, а также опровержение защитников Бишимбаева. Всеми деталями и подробностями этого громкого дела готова поделиться моя коллега Саяна Санакова. Саяна. Мадина, добрый вечер. Мы вот только недавно вышли со столичного суда по уголовным делам. Честно сказать, осадок после этого предварительного слушания очень, мягко говоря, нехороший. Сегодня это хоть и стало самым освещаемым событием, журналистов в зал заседания не пустили, как и многих родственников Салтанат Нукеновой. Пресс-служба суда сослалась на отсутствие мест, но, как мы поняли, места были. И сложилось впечатление лично у меня, что Бишимбаева защитили от лишних людей. Но жуткие подробности этого дела мы узнали с трансляции. Стало известно, что за день до убийства пара была на концерте. Там завязалась ссора, далее они направились в ресторан «Бау». Уже там Бишимбаев начал умышленно избивать и истязать Салтанат Нукенову всю ночь. Так гласит в прокурорском обвинении. Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью. Также в соответствии со статьей 14 части 2 пункта 2 в действиях Бишимбаева усматривается опасный рецидив преступления. А речь защиты Бишимбаева была очень долгой. Адвокаты обвиняемого настаивают, чтобы дело переквалифицировали в убийство по неосторожности. Судя по их словам, Бишимбаев убил Нукенову без злого умысла, потому что у Нукеновой, Салтанат, до трагедии был поврежден мозг. Сторона защиты просит переквалифицировать деяние Бишимбаева с пункта 5. Части 2 статьи 99 и пункта 1 части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан на часть 1 статьи 104 Уголовного кодекса как причинение смерти по неосторожности. Адвокаты просят судью вернуть дело прокурорам. По их мнению, они вели следствие с грубыми ошибками. А сам Бишимбаев вину свою не признал. Он настаивает на суде присяжных. Суть обвинения непонятна, но мы его признаем. Помимо фактов убийства Салтанат Нукеновой стали известны и другие жуткие подробности. Как сообщает следствие, Бишимбаев, будучи в гражданском браке Салтанат Нукеновой, запрещал ей работать, следил за ней и систематически избивал. Кроме того, чтобы шантажировать Салтанат, он заставил ее сняться в порнографическом видео. Мадина, судя по всему, суд над Бишимбаевым будет открытым, и когда будет первое заседание, сколько запросят лет лишения свободы для Бишимбаева, неизвестно. Но я буду пристально следить за ходом дальнейших событий, за судом над Бишимбаевым. И, как все казахстанцы, надеются на справедливый суд. Спасибо, Саяна. Но я добавлю, что заседание суда продолжится завтра в 17:00.